фотобудки. Вообще в Корее распространены фотобудки. Они бывают даже большего размера, как вот, например, вот это вот кафе. И удивительно, что это происходит, потому что, ну, площадь аренды здесь стоит дорого, подобная. И какие-то фотобудки окупают такую огромную площадь. Венки. Похожи на похоронные, но, по всей видимости, не похоронные. Фотобудки встречаются очень часто. И это не сетевые места, а просто кто-то открывает одну, другую, пятую, десятую. Я уже, наверное, их с десяток встретил. Сколько стоит, интересно, там сфоткаться. Вот получаются такие вот фоточки. Сейчас мы попробуем узнать, сколько это стоит. Здесь можно прицепить ушки, что-то написать, нарисовать, батон вот взять, сфоткаться с батоном. Так, ну что, здесь у нас свободно. Вот, получается такой автомат. И форматы. А что, сколько стоит? А, вот и цены. Короче, либо 5000, либо 4000 вон. В районе $4. Нифига себе. Вообще сложно представить, что эти аппараты здесь могут окупиться. Бизнес скорее этот процветает. Я буквально отошел 100 метров от той фотобудки. И тут еще одна новая. Фотоизм бокс. А, вот цены прям на улице написаны. Цены абсолютно те же самые. 4000 и 5000. Блин, нифига себе, там два этажа. Представляете? Два этажа здесь. Как это окупается, я вообще не могу понять.